Эй, йоу! Всем привет, братишки и сестренки! С вами, как всегда, Шумору, и добро пожаловать в PlayerUnknown's Battlegrounds на открытие кейсов, ребята. Я сейчас немножко взбудоражен и немножко взбешен. Знаете почему? Я открыл 20 коробочек кейсов, а запись у меня, к сожалению, запортачилась, которую я делал. Это меня бомбит, меня передергивает и бомбит, и, соответственно, я хотел бы, чтобы вы меня поддержали и прожали кнопочку лайк, потому что я уже потратил кучу денег, делаю сейчас вторую. С тех 20 кейсов сейчас покажу сразу, что выпало. Вот эта вот футболочка, дохрена всяких штанов, которых здесь, в принципе, много всегда. Дохрена рубашек, и вот такой вот трексьют топ за 700 рублей. Единственное, что я выбил с той просранной, скажем так, пробитой записи. Но я как бы не расстраиваюсь, я закупаю дальше, ребята, потому что выпуск надо делать, я его запланировал, поэтому вам спасибо, ребята, за поддержку, а мы действуем. Нажимаем кнопочку Use Motherfucking Key и ждем, когда Battlegrounds раздуплится для того, чтобы... Опа, раздуплился. У нас написано успех, success. А что выпало? Что выпало? Successный успех. Где мой скин? Так, подождите, еще раз нажму. А, вот здесь вот понятно. Вот этих штанов вообще здесь на батл. Посмотрите, у меня уже их 9. Я уже могу одеть скоро весь топ 100, ребята. Мне кажется, у меня уже вещей, чтобы каждому дать по шмотке, елки-палки. Можно заходить на катку и раскидывать весь свой инвентарь. Ну, что ж ты лагаешь-то, а? Что ж ты лагаешь? Еще одно открылось что-то. Еще... Да нихуя! Да ну нахуй! Я буду в ней бегать, блядь. Да нихуя, сколько ты стоишь, девочка моя сладенькая, да нихуя. Вот это я понимаю, Как не зря, это нихуя. Подождите, ребята, я там свернул папку, сейчас я быстренько, ну, я сейчас вам покажу все. За десяточку, юбенечка. За десяточку, юбенька моя. О-о-о. Вот она, 10 касиков, ребята. 10 касиков поднимаем. Это окупает просто те 20 кейсов. Ош ты ж. Спасибо большое. Еще одну красненькую юбенечку, пожалуйста. Чтоб я вообще в ахуе здесь был. Чтоб я здесь был охуевлен и взбудоражен на все максимум 100%. Так, это уже было. Вот теперь можно дебильный сет составлять. Я не знаю, так, что там выпало? Что выпало мне? Извините, пожалуйста, за выражение, но где? Где девайс? Где? Так, подождите-ка. Это все понятно. А где? Что мне падает? А, вот здесь засветилось. Ладно, я там не увидел. Мне этой юбочки уже достаточно, чтобы сказать, что это было восхитительно просто. Восхитительно. Ладно. Какого бы дебила здесь себе со... Уже дебильно. Уже абсолютно дебильно, я бы сказал. Вот так еще дебильнее дебилов, всех дебилов, которых я когда-либо видел. Господи, боже мой. Угар. Не могу. Держите меня, семеро, крепче. Охуенный поц получился у нас. Вот это я понимаю, став вообще. Вот это я понимаю, оделись. Опять эти штаны вонючие. Давай мне вот эту юбку, либо комплект школьника. А то школа уже началась, как бы, а у меня униформы нет. Ай-яй-яй, выпало вот это вот говнецо. Ну чё, ребята, очень удачно получилось то, что я решил перезаписать. Сейчас мы пойдем подергаем на сайт и посмотрим, что нас ждет там. Поехали! Ну что, друзья, на этой веселой ноте мы переходим на сайт pubglucky.com. Я сегодня везунчик и надеюсь, мне повезет еще крупнее, чем это было в Стиме, ребята. Я не ожидал, что мне выпадет наконец хотя бы одна из юбок, ребята. Для меня это... очень и очень такое торжественное, скажем так, явление, друзья. Потому что, ну, ни хрена себе, юбка за 10 касиков. Так, давайте нажмем на ежедневный кейс. Посмотрим, что это за кейс за 0 рублей. Я уверен, здесь выпадет писечка. Ну, писечка, наверное, за сколько? За сколько, поздравляем, вы получили. А сколько стоит-то вот этот вот кусок говна? Я 0 рублей потратил, я хочу знать, сколько стоимость этого предмета. Черт побери.
Так, ладно, ладно, ладно. Чтобы пооткрывать такого, чтобы меня взбодрило, скажем так. Чтобы меня взбодрило бы. Чтобы меня взбодрило бы маски и прочее. Это неинтересно, это неинтересно, это неинтересно. Давайте посмотрим на кейс убийцы. Кейс убийцы, да? Здесь есть то, что меня интересует. Здесь меня интересует несколько плащей, которых у меня... Ох ты! Какие очки! Эти очки-дурачки падают, по-моему, постоянно. Поэтому на эти очки я даже смотреть не буду. Поэтому я их просто продаю, они мне нахрен не нужны. Да, но что-то кейсик дороговатый. Но здесь можно плащи выбить, в принципе. И маску, которая у меня уже есть. Это было бы классно, конечно, но она слишком дорогая. И вряд ли она когда-нибудь упадет. Хотя хуй его знает. Хуй его знает вообще. Так, лаки кейс. Давайте передернем лаки кейс. Лаки, лаки, лаки. Здесь тоже есть плащик, который меня бы заинтересовал. Есть плащик, который... И сникерсы, кстати говоря. Вот сникерсы я бы с удовольствием бы... Вот 349, мандариновый жакет. А, мандариновый жакет Black. А, я не знаю, продать его... Ну, давайте еще раз дернем. Если что, сейчас продадим мандариновый жакет и продадим ту песоску, который... Да! Это мои сникерсы! Ёб твою мать! Я хотел сникерсы, я получил сникерсы. Ёбаный насос, ёбаный насос. Так, вот этот вот мандариновый жакет нахер мне не нужен. Вот этот вот мандариновый жакет, сколько у нас там еще? У нас там еще нормально по баблицкому, ребята. Давайте кейс профессионала подергаем. Мы же профессионалы, почему бы нет? Надо кейс профессионала выдернуть. Short black. Short black. Есть такая рубашка. Есть такая рубашка, черт побери, есть такая рубашка, это неинтересно. Давайте кейс таинства немножко попередергиваем. Посмотрим, что там такого таинственного в кейсе таинства. Понятно. Понятно, что в кейсе таинства. В кейсе таинства находится все самое говно, но есть маска и есть трексьют топ. Противогаз. А у меня есть противогаз? По-моему, у меня его нет, но ладно. Не будем оставлять. Противогаз не самое главное, что хотелось бы здесь выбить. Опять противогаз. Кейс с противогазами, ребята, короче. Это кейс с противогазами. Кейс новичка, кейс таинства. Humble кейс. Humble кейс — это для бомжей вообще, видимо, да? Рубашки, майки — это, блядь, меня не интересует. Ну, давайте юбку попробуем еще одну передернуть. Меня интересует самая дорогая school skirt. Я ее тоже буду носить. Нет, вот это тоже мне не интересно. Блин, юбки, юбки, юбки. Ладно, давай еще раз. Давай еще раз юбки и штаны. Давай мне юбочку! Эй! Дай мне юбочку! Юбочку, хуюбочку, сладенькую грюбочку. Кейс таинства. Придется передергивать кейс таинства. Придется передергивать кейс таинства, чтобы выпало что-то тайное. 40, 47 рублей. На 2 рубля, ребята, в плюсе. На 2 рубля в плюсе, пожалуйста, вытащи мне. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Передернуть еще, продать? У меня такая есть. Ай, продаем, передергиваем еще, ребята. Передергиваем, так, кейс профессионала открывал. Лухури. Давайте сделаем лухури кейс, ребята. Давайте сделаем лухури кейс. Посмотрим, что в лухури. Да ну нахуй. Да ну нахуй. У меня они есть, кстати, эти штаны. Да ну нахуй, блядь. Да ну и нахуй. Все или ничего. Поехали. Я хочу еще один плащ. Я хочу еще один плащ. Ребята, лайк надо ставить. Все или ничего, нахуй. Еще один плащ хочу. Давай. Ребята, риски. Я же говорю, блядь, повезло в стиме. Все, белая полоса, она начинается просто работать. Это просто пиздец, так всегда. Это вот день такой, понимаете? Это до безумия круто. А если не везет нигде, не везет нигде, нахуй. Это просто полный... Ой-ой-ой-ой, зачем? Зачем ты это наделал? Ебанутый, блядь. Я заболтался и просто кликал. Ну его в пизду, нахуй, блядь. Зачем я этого... Мои сладенькие. Мои сладенькие. Все, 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 все. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Я заберу, я заберу. Я заберу все это удовольствие. И, соответственно, я доволен, я доволен. Сейчас мы полного дебила, ребята, с вами соберем. А, я думаю, теперь у меня полный дебильный сет имеется. А, тут вообще ничего плохого сказать нельзя. У меня просто полностью дебильный, абсолютно дебильный, одебиленный сет в игре.
Это очень и очень круто. Вот эти вот ботиночки обязательно оденем. Хотя у меня красненькие, они подебильнее смотрятся, мне кажется, чем беленькие. Но в любом случае можно так униформу собрать школьницы. Ну, она у меня и так уже есть, как бы, униформа школьницы, скажем так. Но сейчас она у меня будет еще круче. Черт побери, это мне нравится. Скорее бы ввели какие-нибудь новые вариации шмоточек, скажем так, да, для того, чтобы... Я не знаю, как мы сделаем полного дебила, но полный дебил у нас должен получиться однозначно просто. То есть давайте сейчас рефрешнем, посмотрите, какой он. Вот он уже дебильный, он, это какой-то лунатик, я не знаю, как еще его описать. Это реально какой-то лунатеющий пацан. Так, что у меня здесь есть? Так, вот так вот нахуй, в юбочке и в маечке. Ну да, я не знаю, как его сделать еще дебильнее, конечно. Не, можно было бы, еще и шапку можно надеть, да, на голове? Подождите, если еще и шапку можно надеть, то, черт побери, кепок у меня нету сейчас никаких. У меня была кепочка. Вот это вообще, это абсолютный додик, блядь. Это абсолютный дован, ребята. Это получился идеальный дован для того, чтобы прыгать и умирать на катке. Это... Да безумие круто, подождите, теперь я должен еще перчатки ему. Подождите. Сука, я не могу. Мне это нравится, ребята. Как вам больше нравится, с маской Твича или PlayerUnknown's Bandana? В любом случае, вам спасибо, друзья, за лайк. Серия получилась угарная и в офигенный плюс. Спасибо, всем пока, увидимся на новом видео. До новых встреч. С вами был Шиморо.